Воздух в Саратове чистый. Экологи проверили наличие вредных примесей в атмосфере города. С помощью передвижных экоаналитических лабораторий, принадлежащих Саратовскому НПЗ и Классическому госуниверситету, специалисты провели анализ воздуха в нескольких точках города. Около парка Липки в Заводском районе, рядом с детским реабилитационным центром, пробы были взяты в режиме онлайн. Через 3 минуты был готов результат. Ни в одном заборе воздуха пагубные для здоровья химические примеси не выявлены. Но чище воздух оказался в Липках. По диоксиду углерода, даже вот здесь у нас немножко лучше, чем мы были в Заводском районе, то есть результаты. Но все находится в пределах нормы, даже ниже. То есть некоторые параметры даже ниже пределов обнаружения. То есть, в общем-то, воздухом дышать можно спокойно. По словам проверяющих, экспресс-контроль воздуха был проведен в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды. Кроме того, специалисты уточнили, что на стационарных экопостах отбор проб атмосферы проводится по 3 раза ежедневно.